Ты их что, помыла, получается? Конечно, помыла. Если филе, можешь филе разрезаешь. Я брала грудку, оторвала мясо с двух сторон. Помыла. Все. Это пойдет супчик сварится, пойдет у нас. Все, помыла, разрезала на кусочки, отбила, посолила. Яйцо с мукой сбила. Ну, перемешала, называется кляр. Вот, тоже чуть-чуть капельку сольки туда. И все, сейчас по-быстрому. Так целую половину процесса упустили. Не видели, как кляр делается. Яйца и мука. Допустим, на одно яйцо столовая ложка муки. Три яйца, 3 столовых ложки муки. Перемешали. Все. Вот так, чтобы было вот такое как тесто. А соли щепотка? Чуть-чуть, буквально. Потому что и тут же солится. И тут чуть-чуть. И тут чуть-чуть. Все, вот разогрелось масло, можно сюда ложить. Мне кажется, надо это будет с самого начала потом заснять. Вот, как-то. Видишь, с двух сторон. Раз, два, три. Вот это ложи. Курица делается очень быстро. Одна сторона поджарилась, перевернул на другую, та поджарилась 2 минуты, выключай, оно готово. Если это ты делаешь со свинины или с другого мяса, оно жестче, оно готовится дольше. Его даже некоторые в духовку ставят, но припускают, потому что оно мясо такое жесткое. А курица, это считается диетическое мясо. Оно буквально, если оно побелело, оно уже готово, как рыба. Закинул рыбу варить, 1-2 минуты, как у рыбы побелели вот эти глаза, считай, рыба готова, потому что мясо у нее еще нежнее. Да? Да. Рыба нежнее, да, чем у курицы? Да, она готовится очень быстро. Посмотрите мяту, да? Часть мяты. Так.
Вот так. А там какой-то остался незамазанный. Сейчас мы все замажем. Это вот как омлетик. Дополнение к омлетику. Что осталось? Все это повесится. Омлетик. Это же яйца. Машинки сейчас сюда поставим. Статочки. Видишь, как быстро? Пару минут и на другую сторону. Пару минут и все будет готово. Так. У нас Альбонеля. Вот. Кусочек омлета. Так. Вот уже кипит, видишь? Уже кипит. Закипела водичка. У тебя полностью выходной, да?